Николай Вильевич, кто автор музыки, которую иногда использует на своих сеансах? То, что он на своих сеансах использовал, это Жак-Мишель Жаре, французский композитор. У него синтетическая музыка, искусственная, так сказать. Мне она очень резонирует, потому что она мне нравится лично. Это мой вкус. И она очень сильно вписывается. Для меня это резонирует с космической музыкой весьма близко.